Всем привет! Пока кто-то гонится за производством быстрых и производительных SSD-накопителей, другие производители тихонечко делают простые и дешевые SSD и никуда не спешат. Торговая марка Apacer, хоть и не является одной из лидирующих на рынке комплектующих ни в какой категории, но достаточно давно существует на рынке и вполне заслуживает доверия. Сегодня я расскажу про один из самых недорогих SATA SSD-накопителей AS340X на 256 ГБ. Вообще рассматривался вариант покупки Apacer AS350X на 256 ГБ. У него заявленная скорость выше и ресурс больше. Но в тот момент его не оказалось в наличии. А в сравнении с классикой, так сказать, Kingston A400, коих я брал в последнее время очень много, эта модель была не только интереснее по скорости и ресурсу, но и выигрывала в цене. Поэтому решил попробовать. Есть модели на 120, 240, 480 и 960 ГБ. SATA SSD-накопитель Apacer поставляется в запаянных прозрачных пластиковых блистерах. С обратной стороны белый стикер с указанием изготовителя и импортера. Наш сделан на Тайване. Срок гарантии имеет 36 месяцев. Форм-фактор представляет собой 2,5-дюймовую модель. Корпус устройства пластиковый, очень легкий. Всю лицевую сторону покрывает фирменный стикер, на котором указан производитель Apacer и серия AS340X. На обратной стороне указан партийные и серийные номера, а также объем. Для подключения используются стандартные SATA разъемы. На корпусе имеется фирменная гарантийная пломба с указанием бренда и потери гарантии в случае повреждения. По скоростям заявлены 550 МБ в секунду на чтение и 520 на запись. Ресурс записи составляет 140 ТБ. Среднее время на отказ – 1,5 миллиона часов. Тестирование проходило на ноутбуке HP Pavilion 15 с операционной системой Windows 11 Pro версии 22H, и ускорение которого мы и заказывали SSD-диск. Накопитель новый, все важные смарт-параметры имеют нулевые значения. Количество включений всего 3. Температура SSD-накопителя 40 градусов. Определяем максимальные скорости утилиты Crystal Disk Mark. И получаем 511 МБ в секунду на чтение и на запись. До заявленных 550 на чтение немножко не дотянул. Остальные данные скорости вы видите на экране, и они повыше, чем у похожей модели от Kingston. Накопитель находится в ноутбуке уже около полугода, проблем с ним не возникало. Просто поменяйте жесткий диск на SSD в старом ноутбуке или ПК, получите огромный прирост производительности дисковой подсистемы и быструю загрузку операционной. В описании оставлю ссылки, где можно заказать данную модель, а также другие неплохие варианты. Там же найдете мой телеграм-канал, где я публикую промокоды и купоны, чтобы покупка вышла вам еще дешевле.